Здравствуйте, товарищи. Игрушка, Шакис и Фиджет. РПГшка. Многопользовательская. 50 миллионов. Если не свистят, в нее играют. Да, верно. Позволяет зарабатывать денежку. Чтобы увеличить гонорар, вот 20% здесь от идти. И 8% от идти опыт повышен. 8% продолжительность, чтобы понизить продолжительность. Нужно купить в конюшне, можно купить, вот, например, коня, на 20% быстрее вы будете выбираться. Корова 10% за 1 золотой, тигр 30%, а вот этот вот гриф-дракон 25 грибов. Да. Ну ладно. Так, чтобы увеличить гонорар, создать свою гильдию и вступить в другую, но лучше создать свою. Так, и прокачивайте. Для увеличения гонорара прокачивайте сокровища. Вообще-то это сокровищница. Потому что, ну ладно. Так, а для увеличения опыта, если вам надо, мне лично не очень надо, я никуда не спешу. Наставник прокачивайте. Чем больше вложите, тем больше получите. В таверне. За эти вот задания. Так. Теперь, значит, здесь срабатываются золотые, на арене они тратятся, потому что здесь нереальные соперники. Это они, конечно, реальные. Их можно найти в зале славы и посмотреть их статы. Как у них распределены характеристики, что на них надето и все такое прочее. Можно вызвать их там на дуэль, но не получить опыт. Когда они вас изобьют, вы и так не получите. И еще на арену рекомендуется выходить без денежек. Денежку кидаете на персонажа, вот, свои характеристики, прокачку, или в гильдию на прокачку сокровищницы сначала, а потом всего остального. Так. С ареной разобрались, нечего тут делать, если не хотите, чтобы вас избили. Перед уходом ко сну оставляете на часах своего персонажа 8 часов, 9 часов, 10 часов, и он зарабатывает. Заработок зависит от уровня вашего персонажа. У меня 14-й, он за 10 часов может заработать 28 золотых, 80 серебра. За 1 час 2 золотых, 88 серебра. При повышении уровня повышается гонорар за работу. Вы спите, а персонаж работает за вас. Так, это правильно. Так, в городской лавке зарабатывается золото. Здесь оно тратится. На арене тратится.
Весело. Да, кстати, можно не только в гильдию скидывать, и характеристики вашего персонажа, но еще и покупать что-нибудь в магазине. Но. А вот на первый случай лучше, конечно, что-то одеть на себя. А то еще монстр в таверне забьет и все при выполнении заданий. А потом при выполнении заданий можно получать всякие предметы. Они сразу изображаются здесь, в задании. И они гораздо лучше, чем магазинные. Гораздо лучше. Гораздо. Но если только они магазинные иногда продаются за грибочки, тогда они лучше, чем. И то не всегда. Чем те, которые выпадают в таверне. А вот здесь тратите свои честно заработанные денежки. В конюшне тоже тратите. Для уменьшения вот этой вот продолжительности. За это время добирается персонаж до того места, куда его послали. И кого-то там бьет. И его бьют. Конюшня. Том. У меня нехорошее подозрение, что потом монстры будут все сильнее и сильнее с уровнем. С повышением уровня. Но не настолько сильные, как в темнице. Здесь тоже выпадают ценные предметы. У меня выпало... Вот эта курточка. Доспехи 18, сила 10. Ну, вообще, темницы лучше оставить на потом. Чем больше уровень, тем больше будет выпадать. Предметы будут выпадать лучше. Лучшие. Чем лучше у вас уровень. Так что пусть монстры здесь спят спокойно, и вы их не тревожите. Но это мне так кажется. Лично мне так кажется. Вот я четырех угробил, а этот угробил нас. Так. Значит, в магазинах тратим, здесь тратим. Питомцы это 75 уровня. 75-го? 75-го. Да, сразу крепость вот эта вот 25 уровня персонажа. 100 золотых, 19 минут построек. Темницу не трогаем. Это слишком сложно для нас. Пока что. Вот это вот крутится колесо. Зарабатываете тоже денежки. Или опыт. Или ресурсы для строительства крепости. А крепость будете строить только с 25 уровня. Так что куда складируются эти ресурсы? Понятно, ну ладно. Это мы потом посмотрим. Дилер грибов это за реальные деньги покупаются грибочки, которые можно использовать для того, что такое. Отмена. Это мы нажали случайно. Господи, 7500 или 900, господи, 8000, да не обалдели. Ну,
я все понимаю, жадность, все такое прочее, но надо же лечиться как-то, ну нельзя же, ну что это? И теперь еще не убирается. Значит, в таверне зарабатываете. Городской страже это ночью. Или когда вы на работе или в школе. Еще здесь можно заработать, выиграть денежку. Тоже, скорее всего, в зависимости от уровня. Доктор Абабаву. Вы тратите реальные деньги. На грибочки покупать можно всякое это барахло, которое через неделю будет не нужно, а может раньше даже. Еще можно, чтобы не ждать, использовать хоп, грибочек. И, потому что сражаться можно только раз в 10 минут. Так, персонаж. И тратите денежки на прокачку персонажа. Почта. Здесь зарабатываете денежки, потому что вот стал славы. Здесь пишите, например, ай. Это чей-то бот для заработка созданный. Их много такой. Ну не бот, конечно. Персонаж создан для того, чтобы его обдузить и зарабатывать деньги. Кем-то. Если у нас получится. Здесь зависит от многих факторов. Заплатят или не заплатят. Если заплатят, то 14 золотых. В зависимости от вашего уровня. А если не заплатят, то просто похвалят. Хорошо сражались. Молодец. 14 заплатили. Это хорошо. Добыча 14. Как их найти, вот этих ребят? Вот этих вот. Их можно найти по вот. Вот, проверяйте. Вот эти штучки. Здесь они на минимуме должны быть. Нереально минимум по максимум 17, там что там, 19, нет. Вот, это значит, это человечек для битья. Специально. Специально. Может, это разработчики сделали, может это игроки сделали. Здесь они стабильны, это прокачаны. Еще можете искать по уровню.
уровня 19 обычно. Может, ну, это долгая история. Оно того стоит. Раз в 10 минут можно заработать золотых столько, сколько ваш уровень. Я, в общем, вам сказал, какой должен быть персонаж для ведения. Гарантированно получить максимум денежек, равный уровню вашего персонажа. Вы только другим не говорите, это я вам по секрету. По большому секрету. Вам только. Только вам. Нет, это тоже прокачанный. Может, в другую сторону можно было идти. А ну это долго. Долго-долго-долго. Долго-долго-долго. Потратить. Вот, мы собрали денежку вроде бы. Кидаем сюда. Закидываем в нашу гильдию. Или в чужую. И прокачиваем. Лучше, конечно, свою. Так вы чужую прокачаете, а вас уволят. Зачем вам это надо? Не, вы лучше свою создавайте. Так, 22%. Следующий уровень. Нужно 197. Для того, чтобы взять следующий уровень. А сколько всего уровней? 50. Как в крепости. И тогда 100% надбавка будет по гонорару и по опыту, если наставника прокачать еще. Да. Вот. Почта. В почте вы смотрите бои. Как вас вовтузили? Отвовтузивали вы? Вот так у вас примерно. Это на арене. Чтобы вы не стремились туда выходить раньше времени. Главное, на арене подбирают так персонажей. Удивительно. Почему-то всегда потеряны 21 серебро. Потому что на арену, выходите без денежек. Скидывайте денежки, скидывайте. Вот видите, мы 14 уровня. Нам предлагают сразиться в лучшем случае с 15-м, а так 18-й. 200. А иначе не заработаете. Опыт. А нам не нужен опыт. В магазине волшебных предметов можете приобрести вот эти скляночки. 10% ума, 10 силы на 3 дня. Но на следующих уровнях
25-м, еще каком. А может на любом уровне, может выкинуться бутылочка, с 50%, например, на 3 дня повышение силы. 50% силы. Это такая будет мочилова, это что-то. Или выносливость повысите. И будете такой неустрашимый, неубиваемый. Пока вам крит не сунут под нос. Критический удар. Ля-ля-ля! Так. Вот мы тут с разговорами с вами. Персонаж, почта. Бои. Например. Вот есть вот такие вот странные ребята. Вот. Ах. AX. Такие странные ребята. Но с них мало выпадает денежек. Вы всегда побеждаете. Зачем это? А, это для того, чтобы рейтинг повысить. Чем больше рейтинг, тем сложнее победить соперников, которые вам будут предоставлять на арене. Вам это надо? Поэтому, чтобы снизить рейтинг, нужно смотреть имя на арене. И вот еще. Вот. Вот какие-то неправильные боты. Голдик. Голдик-шмалдик. Как-то с них не очень падает серебро, то есть золото. Голдик. Или нормально? Сейчас проверим. Голдик. Вот мы сейчас посмотрим. Нет, не выпало. А этот. Бум, 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 бум. Выпала. Теперь должна выпить 14, но раз на раз не приходится. Это нужно сначала, наверное, сходить на арену, там дать себя избить как следует, но без денежек, без золотых. А, выпало нам. Так. Если перестанет выпадать, зарабек, голдик, какого урона? Хотя здесь уровень, уровень 19. Так, а этот 21, голдик, да, если перестанет приносить прибыль. Вот это вот. Избиение младенцев. Видите, как он одет. Ужасно. А главное, прокачка. Вот, прокачка.
Прокачка никакая. Да, ну, если он вот подряд несколько будет побед без выигрыша, побед без гонорара, то рекомендую пойти как раз на арену, вот туда, и понизить свой рейтинг. Понизится рейтинг, и тогда будет добыча за битву. А так только похлопаю по плечику, скажу: молодец, иди, карьерно зарабатывай денежку, а не сюда. Окей. Так. Вот. Значит, здесь, в зале славы, ищите людей. О, таких ребят хороших, у которых базовая вот такая вот смешная базовая, видите, максимум 18. Это максимум. От того, что у него что-то одето, это не влияет. Не влияет. Вот главное, базовые какие характеристики. Смотрите. Зале славы. Смотрите на них. Да, вот он 31-й ранг, 31 000. А у нас тоже как-то тоже. У нас какая-то... Посмотреть свой ранг можно просто вот так вот. Оп. И вот он, 16 000. Вот мы побеждаем с 16-тысячным рангом человечка с 30-тысячным рангом. 31 000. И это может нехорошо выглядеть. И поэтому нам не заплатят денежку. А если мы сами опустим свой ранг на арене, проигрываем, то может меньше будет битв с этими ботами без гонорара, без добычи. Какие сложности здесь? Без золота тоже ведь плохо. Вот и прокачиваем. Так вот все просматривать. А, 19 уровень. Или 21. Ищите там. Ищите. Ищите. В общем, ищите и обрящите. Она там стоит. Да, и, наверное, они все-таки без гильдии. Вот. Без гильдии ищите. Без гильдии и с прокачанными, с непрокачанными. С непрокачанными характеристиками. Так. Ну, вы поняли. Теперь кидаем. Кидаем. Не заработал еще денежек. Я эту самую. Я курточку. Голенький ходит, но с поясом. А
человека. А это перчатки. В перчатках, сапожках и с ремешком сыромятным в ремешке. На шапочку и курточку не оденешь пока. Или не выпало при выполнении заданий в таверне. Так, персонаж пустой где? Ну, в общем, вы ищете этих персонажей. Вы ищете для себя. Может, они более высокого уровня бывают. Находите. Так, 19 уровень, 39. 39 тысяч ранг. Ужас. 39 тысяч. На самом дне. Вот самое дно это 100 тысяч. 100 тысяч. Ой. Вот эта мадам похожа. Рак 14. 16 уровень. Вот можете с него начать. Если вас мало одета. Вот у нее 64 урон. Очки здоровья 2000. Вот для начала вам как раз рак. Не просто же так раком его назвали. Для ее. Скорее ее. Рак 14. С ней поберитесь. Нам, наверное, не засчитают. Во-первых, она 39 ранга, а у нас сейчас 16 или где-то того. 1000. 16 тысяч, а у нее 39 тысяч. Может, это как-то влияет. А может, это просто рандомно. То заплатит, то не заплатит. Может, сколько секунд она продержалась, учитывается. Если слишком мало, то не заплатят. Она нас не должна победить, поэтому мы не выкидываем денежки в гетью. Но вообще денежки лучше с собой не носить. О, не заплатили нам. А вам может оплатят. И она нам урон совсем маленький нанесла. А что-то еще учитывается. Какой урон нанесен противникам. Стоит нам платить за это или нет. Так. Вот. Почему не носить с собой денежку? Потому что она может исчезнуть у вас. Вас могут найти вот так вот, вот, вот здесь вот. В зале славы.
и сбить денежка сколько? Ну, 1 золотой 45 серебра вычтут с собой. И это отобразится в почте. Вот здесь вот бой будет, хоп, здесь красненькая полосочка. Посмотрите, а там вы проиграли бой, повтор боя, битвы. И там написано, потеряно столько-то. Вот, чтобы не удивлялись, а чего это у меня денежка пропала? Так вот, почему она пропала? Могут напасть? Во-первых, в зале славы могут вас найти. А во-вторых, зал славы. А в зале славы могут найти. Или вас выставят на арене. Вот так красавцев выставят. И вас также. Тоже здесь будете сидеть, стоять, и вас победят. И денежку потеряете. Если вовремя не вложите в гильдию свою, на прокачку уровня сокровищницы, или наставника, или крепости. Ну, или персонажа прокачивать. Но мы так прокачали, что теперь нам денежку не дают. Мы слишком быстро убиваем ботов. Можно раздеться или переодеться, чтобы не быть таким убийственным. Убийственно. Удачливым. Комплект получается. Доспех. Доспехи сила. Доспехи сила. Сила в доспехе. Тра-та-та-та-та-та. Вот такая симпатичная игрушка. Замечательная. Главное, я симпатичный то, что можно зарабатывать денежку. И не погибать. С холода. Здесь можно зарабатывать. А в реале профессионалы погибнуть. Этой оптимистической ноте. А, что здесь еще? Видите, это почта, персонаж. Нет, мы все посмотрели. Какие здесь 38 минут. Так, крепость. Вот в крепости потом будете наслаждаться игрой еще больше. Потом еще питомцев, яйца найдете на 75 уровне. И будете выращивать питомцев. У некоторых несколько десятков питомцев. И ничего. Таверна. А, зал славы. Халон, например. Самый верхотурный боец. А теперь уже не он. Но сегодня ты, а завтра я. Ну, питомцы. Видите, что творится в этом. Базовые 1100. Но если хотите понизить уровень вашего ранга, то, пожалуйста, поделитесь с Хала. На больших рангах, по-моему, меньше вам скидывают за проигрыш.
чем выше ранг, ниже ранг. В общем, если у вас 16 тысяч, поделите 15 тысяч, и тогда у вас больше, а не 4, а еще лучше проиграйте 30 тысяч, умудритесь как-нибудь, разденьтесь. Выньте оружие из ручек и идите со 100 тысячным воевать. Понизьте свой ранг до 80 тысяч. Может, тогда будет больше вероятность, что вам будут платить за бой удачный. Денежку. При победе. А уж от девять. Так, еще раз можно подраться. Почта. Бои. Здесь можете тратить свои грибочки. Если не втерпёшь подраться, а мы вам не рекомендуем тратить грибочки. Мало ли чего они еще понадобятся. Вот они. Ожидание. Можно сократить грибочка. Если бы еще ездовые животные, они же маунты, сокращали время ожидания боя. Тогда бы вообще было замечательно. Но они только срабатывают в таверне. И то, что-то я не очень замечаю. Конечно, я коня взял за 5 золотых. И он уменьшает количество пути на 20%. Времени в пути. Но можно было за 1 золотой корову взять. На 14 дней. Она бы на 10% уменьшала ожидания. А можно просто скинуть окно с игрой и заниматься своим делом. А потом опять вернуться. Вот так вот. Итак, пусть начнется битва. Ура! Работали 14. Мы зарабатываем 14 до того, как начинаем бой. Так, стелс. Идите я. Понести в казну. В общем, ищите ребят. Вот с этими характеристиками. Не важно, сколько на них обеда, что на них обеда.
Но характеристики должны быть минимальными. 18 максимум. Ну, или типа того. И смело на них нападайте. В зале славы их ищите. Смело нападайте и получайте добычу в случае успешного нападения, равную размеру вашего уровня. Какие-то хорошие ребята постарались для себя. Или разрабы для нас постарались. Кто их знает, господи. Но это не читы. Читы, коды, боты. Боты тоже. Ну, это просто созданный персонаж для битья. Кем-то создан. Как у человека может быть такой подбородок? А вот у мультяшки может. А может, и у человека тоже такой. Бывает. Кто их знает? Ну ладно. Мне игрушка нравится. Или что такое? А дальше будет еще интереснее. Потому что крепость. С нападениями, всеми такими делами, потом в гильдию кого-нибудь приглашу. Гильдия Ганиум. Когда прокачаю крепость до 50 членов. И это тоже сокровищница до 100, наставник до 100. Или кто-то поможет, а потом будем совершать нападение и рейды. Лягушатник. Ведь, наверное, тоже с какого-то уровня. Другие гильдии могут напасть на вас. Да, вы можете нападать на нас. Можете вступать в гильдию. Ганю. Ганю. Что у нас тут? Напасть на нас. Побеждая другие гильдии, вы повышаете свой ранг в зале славы. Зачем она нам это? А, это еще за денежки. А не просто так. Что, конечно, вы можете. Конечно, можете. Гильдия один участник, лидер, тра-та-та, уровень 10, лей, та-та-та-та. Связаться. А зачем мне с ним связываться? Так. Гильдия. Напасть на гильдию. Странно это все. А, вот. 150. 150 денежек стоит. Напасть на гильдию. Гильдия один участник. Ля-ля-ля. Девятый уровень. Вот этот участник. Участник, участник. Девятого уровня. А и что будет, если мы победим его? А у него там в гильдии ничего нет. Мы потратим денежку. А у него, скорее всего, ничего там нет. В гильдии. И какой смысл в этом? Потратим 150. А заработаем
Ноль. А, 150 золотых. Можно. А вы не положь. Нет, это как-то неинтересно. Это совсем неинтересно. Идите. Опять его нам предлагают. Так, крепость. Крепость тоже хорошее дело, но там тоже будут нападать. Вот. Место укрепления. Укрепления повышают защиту крепости против нападающих. Цена строительства. Золотые, дерево, камень. Срок строительства 15 минут. И это тоже 15 минут. Крепость построить. Рабочий квартал ускоряет строительство и производство самоцветов. На это самоцвет, что ли? Ну, цена строительства тоже 15 минут. Так, все по 15 минут. На это первый уровень. А потом их нужно будет повышать, тоже повышать. Башня волшебства. Можно обучать боевых магов. Максимальное число боевых магов равно уровню улучшения этого здания. О, я же говорю. Так. Крепость, уровень. Нельзя построить. Требуется крепость уровня 7. Видите? Это еще столько денежек. Вот он будет положить сюда. Золотых. Застрелиться не встать. Вот. Чтоб с собой не носить. А что там такое? Место для казармы. Under construction. Забронировано под строительство. Котлован вырыли. Оп, вырыли так. Оп, оп. Место для сокровищницы. Сокровищница повышает вместительность рюкзака. Чем выше уровень здания, тем больше места в рюкзаке. А это важная вещь. Ага, вот это единственная, может быть, хорошая вещь. Потому что хотите победить мага, например, нужно одевать соответствующие предметы, чтобы повысить ум. Она повышает защиту от атак магов. Если сражаться собираетесь с лазутчиком или ассасином, ассасин или ассасин, ну ладно, тогда повышайте ловкость. Если собираетесь с боевым магом сражаться или с воином, с танком вообще, или с паладином, тогда повышайте силу. Ну и выносливость, естественно, во всех этих, во всех боях важная вещь. Выносливость. Это очки жизни. Причем прибавление очков жизни значительно выше, чем прибавление вот этих вот остальных характеристик в зависимости от вот этих свойств.
личности, сила, ловкость, ум. Прибавляет барата меньше, чем выносливость. Да. Вот так вот. Ну, симпатичная игрушка. Не просто симпатичная. 50 миллионов игроков. И по всему миру. И отзывы. Отзывы офигительные критиков. Да, кстати, сейчас у меня 40 золотых. Гиди, так что нападайте. Правда, вы заплатите 150 за нападение, а здесь лежит 40. А может, здесь тоже такой закон, только 10% получите добычи. Ну, 10% получите добычи, и потом, если у вас прокачано на 100% сокровищница, то может быть, вы получите 4, это 10%, и от этих 10% плюс 100% от 10, то есть 8 золотых получите. А потратите 150 на нападение. Конечно. Это может быть так, что в гильдии у них наш 50 членов, и каждый скидывает в нее по сотне в день. Тогда, конечно. Тогда овчинка стоит выделки. Игра стоит свеч. Игра стоит свеч. Это, наверное, карточная игра про свечах. На свечи потратились. И ни хрена. А может, наоборот. Выиграли. И свечи окупились. Всю ночь сидели. Играли в покер при свечах. Да, наверное, это выражение оттуда. Лучше бы на ощупь играли в покер. Есть же, наверное, карты для слабовидящих. Перфорированные. Или с углублениями какими-нибудь. Нет. Но книги же такие есть, может и карты есть. Кстати, идея бизнеса. Выпуск карт для слепых. Ну все. Всем привет. А мы пошли. Четыре восемь. Это у нас лошадка уменьшает эти параметры. Вот. 2,4. Чтобы побыстрее. Да. Ну, ладно. Всем привет. Мы на задании. Держитесь, ребята. Вы сейчас мы пообщались. Ужас.
Дочь матери. Это, кстати, юморная. Это мы не читали? Да. Не то, чтобы очень смешно, но такой сатира. Это сатира на РПГ игры. На ручной противотанковый гранатомет. Вот. Ну все. Дальше будет интересно. Доберемся, когда до крепости, питомцев, гильдию разовьем. Будет совсем хорошо. Сходите, если что.